месяц тоже особо не важен. Ветер задувает под горло из подземных скважин. Человек не устал одеваться, ему свободен этот балахон. Порван, может еще порваться, нитки, иголка, тканевый заслон. Не надо думать, что и день ни с ветром, ни с людьми вокруг. Ему прохладно, он один, слышит уличный стук. Уличный стук, 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 стук. Человек! То тянет к земле и сутулится, то вспрыгнет, затанцует вдруг. Ему прохладно на улице, ему не хватает рук. Повседневное одеяло на нем очень туго сидит, а ему волокон все мало, он шьет одно за другим. Он мог бы стать парусом веским или теплой подушкой других, но ему не помочь, он занавеска и в своем деле человек.